Дорогие друзья, всем привет, это новый ролик по Brawl Stars, и сегодня будем с моим двоюродным младшим братом записывать ролик, вот его имя Босс. Я сейчас буду старательно не сливать кубки, потому что мы уже были со столько неудачных дублей, не получалось он, когда он пришел. Короче, пацаны, он будет без звука, играть, уже это пятый дубль. Окей, типа, его решение, он так хочет, вот, и... Короче, пятый дубль, поехали. Брал Бол, сейчас будем играть, ну что, да, мы уже поиграли. Ой-ой-ой, капец, я еще хочу сегодня ролик про примата выложить. Поэтому, друзья, ждите сегодня ролик про примата, выложить ролик. Его апают на 500 трофеев. Ё-моё, мы сливаем. Пацаны, вот, если хотите, чтобы я разыграл этот аккаунт, то активничайте. И напишите в комментариях, как выбрать, по сайту или по скиллу. По скиллу он скажет, что нечестно. А, это скилл. По-моему, по скиллу честно. Честнее, чем по сайту, потому что сайт может выбрать какого-то чувака, который будет хамлом каким-то и будет тебе говорить. Он быстро, типа, аккаунт отдал, я его выиграл, все такое, все дела. Нажимай играть снова. Он меня слышит, но говорить он не будет. Нажимай играть снова. А что ты вышел? А, он же не говорит. Окей, ладно, погнали. Не, давай в этот, давай в Brawl Ball. Только ты возьми Шелли. Я же тебе сказал, Шелли возьми. Сейчас, возможно, все получится. Просто рандомы еще, блин. Не дают нормально сыграть. Давайте на дрели. Если мы сейчас сольем его, пофиг, пофиг. Давай, погнали. Если мне его солем, мне вообще посрать, потому что этот аккаунт я здесь даже Легу не убивал, то есть русский кот, тот победитель, он выбил, и все. Короче, пацаны, возможно, будет турнир, поэтому не отписывайтесь после конкурса, если вы не выиграли. Вы выиграете в следующем конкурсе. Вот, друзья. Поэтому, блин, реально, типа, вот вы сейчас отпишетесь, а потом вдруг вы будете, а потом вдруг, например... Вы будете участвовать. О, что ты он АФК стоит? Зачем ты АФК стоишь, капец? Зачем ты АФК стоишь? Ну ладно. Окей, так, ультуем. И сейчас будем убивать примат. Ёкарный баба. Не, все, походу, это слив. И тот чел стоит. Не, у нас Тима такая себе. Ну, блин, у него еще нету. У него еще нету, как его сказать. Нету, у него еще Brawl Ball не открыт. Ой, Brawl Ball не открыт. У него нет нормальных персонажей для Brawl Ball. Ну, потому что новичок, все дела. Окей, окей, чувак, окей, давай тогда в гемы. Я возьму Ниту, погнали. А, эта карта не для Ниты, подожди, динамайка хочу. Погнали, блин, что-то мы сливаем, я не знаю. Что-то, блин, ну, стоит что-то, блин, я не знаю почему, стоит. Давай, нажимай, вот, потому что надо, типа, знаете, какую-то связку, типа, Фрэнка, потому что Фрэнк на этой карте тащит, а, блин, у нас... Не, а, у меня есть, кстати, Фрэнк на этом аккаунте, надо было взять, что это тупанул-то. Ну, окей, окей. Вот он, гема, я думаю, что мы здесь затащим, потом... А, это другая карта, карта сменилась, пацаны, карта... Я... Ой, я тупанул, карта же в 11 часов постоянно меняется в гемах. Смотри, друзья, за посторонние звуки. Вот, так. Там биби, там бом, там бом. Тамбов, 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 Тамбов. Нет, попади, попади, попади. Давай, попал, я попал по этой, и мы снесли. Блин, друзья, сейчас должен быть дохера патронных звуков, но сорян просто. Блин, пятый дубль уже. Все мы мешаем, все на нас бомбят уже просто за то, что... Вот, уже пятый дубль. Биби стоит, Биби стоит. Найс, гемы, друзья. Забираем. Если хотите больше роликов с моим младшим двоюродным братом. Я уже, блин, троюродным запутался. Я же говорю троюродным. Ну, пацаны, просто запутался реально уже. Столько их, блин, много в этой жизни. Да. Там Фрэнк, и все, осталось забрать последний гем. И мы побеждаем данную игру. Давайте, все. Не иди на них, не надо. Знаешь, мы уже гемы собрали, зачем ты на них идешь? У нас уже 10 гемов, не надо идти на них. Все, не иди, короче, не иди. А, у тебя гемов все равно нету. Все, друзья, это победная карточка. Короткий такой ролик, 4 минуты всего лишь. Но, друзья, сыграть Brawl Ball и в этот. Просто, конечно же, я звездный игрок, да, я топ игрок. Ну, друзья, просто, блин, трудно играть, когда... Ну, типа, если, друзья, блин, он
Паша помнит, ты же помнишь, ну, он не будет ничего говорить, но я вам просто скажу. Ты же помнишь, как мы это с собой записывали, и Нита на 460 слили, да, он это слышит. Все, друзья, я выхожу, а, подождите, подождите, я хочу сделать, подожди, подожди, я сейчас возьму так вот Шелли, я хочу подожди, 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 у нас сейчас скриншотик, блин, нет, я номер не спалила, пацаны, вы хотели номер, а идите вы в жопу. Так, я... Опа, сорян, записываю звуки. Все, скриншотик. Короче, спасибо всем вам за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.